Друзья, всех приветствую на нашем канале. Сегодня у нас уже 24-й год, январь, 3-е число. Надоело мне сидеть, отдыхать. И решил я все-таки наконец-то съездить на фотоохоту. Потому что последний раз я был на рыбалке и видел очень много косуль там в одном месте. И вот решил съездить сегодня туда на фотоохоту, на косуль. Ну, посмотрим, что получится. Еще не могу точно сказать, что-то мы заснимем или нет. Ветерок на улице. В общем-то, это достаточно и хорошо. Такие вот у нас там вот места сейчас вырисовываются красивые. А ветер — это хорошо, так как зверь должен подпустить поближе. Места тут, конечно, очень красивые. Летом здесь полностью все затапливает, как правило. Ну, если идет сброс водохранилища. Очень много здесь цапель. Но вот, друзья, и наши козы пасутся. Косули. Это, правда, очень далеко. Но, по крайней мере, я сейчас знаю, где они есть. И мы попробуем подъехать поближе. Ну вот, друзья, все-таки мне, похоже, посчастливился случай запечатлеть коз. Мне удалось это сделать, заснять сегодня косуль. Очень я рад, потому что, честно говоря, когда я увидел вон там вон стадо, что оно туда ушло под ветреную сторону и до туда очень далеко, то я уж, честно говоря, боялся, что сегодня ничего не получится. Ну нет, вот три косули вышло все-таки. Видно, мать, наверное, с двумя. Ну хотя не знаю, не могу сказать, кто. Сейчас еще попробую немножко проехать, может быть, там подальше еще где-нибудь косули выйдут поближе к дороге, может быть, еще удастся их заснять. Решил немножко я пройтись сейчас по лесу, куда вот косули ушли, может быть, что-то где-то и повезет, еще подойду поближе, засниму. В крайнем случае, посмотрю, какие тут вот красивые места. Только что выключил камеру, и вот буквально только что вот с этого вот отсюда вылетели куропатки. Не успел заснять, прям вот отсюда вылетели. Ну, может, сейчас пройдусь, может, что есть. Но пока коз никаких не вижу,
Но сейчас хочу вот здесь вот пройтись вот по этому леску. И вот оттуда дойду. Может там кого-то увижу. Посмотрим. О, кстати, друзья, кузи Лёшки. Вот здесь коза спала, вон еще одна. Тут. Могут, в принципе, в любое время откуда-нибудь выскочить. Сейчас посмотрим. А эта коза помочилась. Так, а вот только что вон там он крикнул козел. Скорее всего, они тут все-таки прячутся. Сейчас попробуем. А, вот, кстати, смотрите, тоже Лешка. Наверное, где-то вон там он сидит. Подлезть тут трудно. Незамечено. Наверное, он прячется. Слышали? Где-то он орёт. Далеко совсем. Предупреждает своих. Еще одна козья Лёшка. Видишь? Орёт, бежит где-то, орёт. Вон она бежит, заяц. Лёшки. Тоже козья Лёшка. Пойдемте дальше, пойдемте, может быть, где-то еще и коза попадет, выскочит. Ну, друзья, вижу я стадо. Гуляет коза, меня она не увидела. Маленько я ее на видео поснимал.
решил я устроить небольшой привал. Здесь хорошо все просматривается. В общем, пока попью немножко чая, может как раз и коза подойдет. Посмотрим, может где-то коза подошла поближе. Только что не успел заснять, вон туда пробежали несколько коз, перебежали вот через эту гору, не знаю, может еще тут есть, видно по низинке, по вот этой вот, и туда убежали, наверное, услышали меня, что я иду потихоньку, но сейчас попробую, а может не видели, может просто бежали. Ну вот, друзья, вот которых я здесь спугнул, они сейчас убежали тоже за теми козами. Блин, у меня разрядился батарея, последняя разрядилась, вот парать. Все, все батарейки разрядились. Блин, жаль. Хорошие могли быть фотографии, но я думаю, что-то все равно, наверное, получилось. В общем, неплохо я сегодня съездил,
первый раз у меня вот такая вот охота на косуль была. Давайте еще лёжки посмотрим, они здесь лежали. Везде помет. Ну да. Вот сегодняшняя лёжка. Вот еще одна. Красота. Тут я их испугнул. Еще одна. А вон там он. Вот, наверное, видно плохо. Вон тоже ходят, по-моему, две или три козы. По-моему, три козы, это, наверное, которых я вот снимал на видео. Похоже, что они. Смотрите, сколько их. Видно, они тут постоянно ночуют. Козел орет.
друзья еще убежали. Два козленка. И где-то один орет он здесь. Стадо. А от меня, которые убежали, где-то вот здесь вот сейчас прячется. Вот так вот заканчиваем мы нашу фотоохоту на косуль. Очень неплохо получилось, мне понравилось. Ну и знаете, что хочу попросить? Кто смотрит мой канал, если кому-то, у кого-то есть возможность, кому-то интересно помочь нашему каналу, вот здесь вот у нас указан донат, можете присылать донаты. Хочу я все-таки обновить видео, фото, аппаратуру. Не знаю, или GoPro экшенку хочу купить, либо, ну, не знаю, сколько денег, вот если накидает кто в помощь нашему каналу, вот то и куплю. Либо экшенку, либо какую-нибудь видеокамеру хорошую, то есть с хорошим качеством. Вот. В общем, спасибо всем, кто помогает нашему каналу. Надеюсь, видео вам было интересно. Все, спасибо. Всем пока.